Всем привет, меня зовут Лиза, и добро пожаловать на мой канал. Вчера вечером я зашла на свой канал и увидела, что там 1000 подписчиков. Это так неожиданно для меня, я просто безумно счастлива и... У меня просто нет слов, я вас всех очень люблю. Я помню, что я только недавно снимала видео про то, как у меня было 300 подписчиков и меняла оформление на 500 подписчиков, а тут их уже 1000. Я безумно рада, я вас всех очень люблю. Спасибо вам за эту огромную цифру. Я помню, когда у меня было 100 подписчиков, я говорила то же самое, но 1000 это просто нереально огромное число для меня. Я шла к этому целый год, я старалась, я снимала видео, я монтировала, я пыталась придумать что-то интересное, я старалась всячески улучшать свой канал, и у меня это получилось. У меня стимул двигаться дальше, чтобы было 2000 подписчиков, 3, 4, 5 и больше. Я буду тогда просто самым счастливым человеком. Несмотря на то, что я болею, у меня теперь очень хорошее настроение. Спасибо вам большое. Я очень сильно хотела набрать 1000 подписчиков до Нового года и сделать это намного раньше. Это было так неожиданно. А еще я решила, что я буду называть своих подписчиков Вилберы. Пишите в комментариях, как вам эта идея. Ведь мне очень важно мнение каждого моего подписчика. А еще в честь 1000 подписчиков я купила хлопушку. И сейчас я хочу выстрелить из нее, или как это называется, прямо тут. Я надеюсь, что меня простят родители и соседи. Просто это очень масштабное событие для меня. Я немного волнуюсь, потому что я никогда не взрывала хлопушки. И сейчас я буду делать это первый раз. Я надеюсь, что меня поддержите лайком. Давайте же попробуем это сделать. Это было очень страшно и больно. На что сейчас похожа моя комната? Как я буду это убирать? На что не пойдешь ради моих любимых подписчиков? Я надеюсь, что вы мне поставите большие пальчики вверх, подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал, и напишите комментарий о том, как вам это видео. Мне будет очень приятно прочитать. Всем пока! I only call you when it's